Воскресный день за неделю до празднования Пасхи называют «Вербное воскресенье» в память о торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим накануне Его крестных страданий. Днем ранее Спаситель совершил чудо воскрешения Лазаря, жившего в селении Вифания и скончавшегося за 4 дня до этого. В память об этом событии субботний день, предшествующий вербному воскресению, называют Лазаревой субботой. На следующий день Христос въехал в Иерусалим на молодом ослике. Народ, узнавший о воскресении Лазаря, встретил Иисуса как царя и приветствовал его пальмовыми ветвями. По церковной традиции в этот день верующие стоят на богослужении с веточками верб в руках, как бы встречая Господа. При этом верба заменяет собой пальмовые ветви. Отсюда произошло и название праздника – «Вербное воскресенье».